Стефанос Цитсипас продолжает свое движение по Уимблдону. Но как человек, говорящий по-русски, мы не можем не поговорить с ним о Кубке мира по футболу. Добрый день. Добрый день. Насколько удается посмотреть матчи? За кого-то лично болеете? Я болею за сборную Франции. Я как бы мой дедушка играл за сборную России, но я думаю, что Франция в этом году, у них большой шанс выиграть турнир. Кстати, удалось Уругвай с Францией зацепить немного, или вы еще на корте были? А, кстати, они выиграли? Франция вышла. Я про это не знал. Они, кстати, играли во время моего матча, я даже не узнал, кто выиграл. Но я за них болею, и я думаю, у них очень сильная команда. У вас великолепный русский. Вы продолжаете дома говорить по-русски? Я, да, с мамой по-русски только разговариваю, и у нас очень... Это, конечно, очень хорошо для меня. Я иногда, когда слишком долго по-русски не разговариваю, для меня очень сложно опять найти ритм, и мне помогает, когда мама, ну, как бы, со мной путешествует в турнире, и, может, и мы продолжаем с ней по-русски разговаривать. А что греческое у вас есть? Вы ходите на бузуки? Я не знаю, что-то из еды вы предпочитаете? Я небольшой фанат бузуки. Ну, мне нравится, ну, как бы, фильмы делать и фотографии снимать. У меня есть аккаунт в Инстаграме, где я снимаю фотографии. И у меня вообще-то мне нравится... И с нуля все начинать, и как бы, чтобы у меня были фанаты, которые им нравится, что я делаю. Мне очень нравится технология. И... Вас ждать в ближайшее время в России? Потому что болельщиков много. Я не знаю, может быть, вы в отпуск приедете, еще что-то? Почему нет, да? В Кубок Кремля или Санкт-Петербург, да? Я бы очень захотел эти турниры играть, но я в этом году не смогу. У меня в Санкт-Петербург я не смогу, я буду играть в Мец. Я бы очень захотел в следующем году, чтобы у меня был как бы шанс опять назад в Москву пойти и с моей семьей опять возможность побыть с семьей. Побыть с ними опять, да. В Христополе. Спасибо. Спасибо большое. Стефанос, поздравляем с победой. Знаем, что чувствовали себя не очень и вообще никогда не снимали с турнира, но сегодня такие мысли были. Когда приняли решение, что будете играть, и как себя чувствуете сейчас? Кстати, последние 20 минут до матча я решил, что я смогу играть сегодня. Ночью я не мог спать, я очень плохо чувствовал и как бы не в состоянии был, чтобы этот матч сыграть. У вас еще впереди не только этот мастерс, но и итоговый турнир в Лондоне. И сейчас вы понимаете, что вам, с одной стороны, нужно беречь здоровье, но при этом задумывались уже туда, наперед, на Лондон, что, может быть, стоит поберечь силы, или наоборот, вот все в последний момент решалось? Вот, кстати, я про это все время думал, что, может быть, Лондон для меня более важный турнир, чем как бы хуже чувствовать в Париже. И, ну, как бы утром я немножко, ну, как бы... Чая попил и какие-то лекарства мне дали. И немножко как мое состояние как бы лучше стало, да. И, наверное, последний вопрос. Мы на трибунах часто замечаем, что папа и мама всегда сидят в разных углах. На турнирах «Большого шлема» мы их вообще видим чуть ли не на разных трибунах. С чем это связано? Они спорят друг с другом? Или вот почему так происходит? Как вам объясните? Я правда не знаю. Я их никогда не спрашивал. Ну, как бы моя мама не хочет с моим папой во время матча, как он называется? Ссориться, ругаться? Ну, может быть, да. Я кстати, спрошу после этого. Они не спорят. Просто мой папа должен его работу делать правильно, и моя мама должна как бы немножко в ее место сесть. Спасибо, спросите, и узнаем у вас позже. Спасибо, с победой. Взял Игу Карловича, потому что он огромный. И он очень, кстати, да, у него большие руки, и он очень высокий для вратаря. Зварцмана слева. А справа кого еще там? Нишикори. Они очень быстрые, и они бы смогли защищаться очень хорошо. Я думаю, у него в футболе то же самое. Я надеюсь, что у него то же самое. Я бы взял его. Я не знаю, я его никогда не видел, как он в футбол играет, но я бы вроде точно его типа, взял как в середине.
Рублева. Да, точно, да, Рублева. Он очень агрессивный, и он... Ты всегда чувствуешь, что он никогда не сдается, да, правильно, и он всегда вперед. Да. И Качанова точно тоже, он очень агрессивный, сильный удар. Ну, да, это как бы не помогает в теннисе, но он ну, такой, да, высокий, огромный. Он, я думаю, он не самый быстрый, но он очень сильный.